День защитника Отечества праздновали в Алматы. Горожане возложили цветы к вечному огню. Для них местные власти устроили концерт под открытым небом. Ветераны разных войн и локальных конфликтов сегодня вспоминали о погибших боевых товарищах. Сергей Ким продолжит. Праздник 7 мая алматинцы традиционно отмечали в парке 28 панфиловцев, вместе олицетворяющим воинскую славу и вечную о ней память. Этот праздник общий для всех ветеранов. Например, вот участники крупнейшего в современной истории советско-китайского вооруженного столкновения. О засекреченном до 95 года приграничном бое за остров Даманский на Дальнем Востоке знали лишь единицы. Когда командир дивизии, генерал, пришел и сказал: «Сынки, вам поставлена задача сходу вступить в бой и выбить китайцев с нашей границы». Конечно, мандраж был. Сильный мандраж. Ну, пацаны, чего там говорить, по 18 лет. Ветераны Даманского конфликта 45 лет назад были почти ровесниками этих школьников. Все без исключения участники военно-спортивной игры «Улан» собираются служить в армии. 7 мая – это прежде всего праздник каждого мужчины. Но я считаю, что каждый гражданин Казахстана обязан служить в армии. То есть он обязан обучиться. В случае каких-то военных действий он обязан оказать свою помощь государству. В парке 28 панфиловцев будет людно еще несколько дней. Послезавтра День Победы, и ветераны могут быть спокойны. У них на глазах растет новое поколение защитников Родины. Сергей Ким, Алмаз Турдос, 7 канал, Алматы.